Привет! В сегодняшнем выпуске расскажу о вот таком вот оригинальном лакомстве от немецкой компании Trixie. Это жевательное лакомство из сыромятной кожи для собак и щенков, которое удовлетворяет природный инстинкт питомца грызть предметы. И при этом доставляет дополнительное удовольствие от ощущений, что он грызет самый настоящий ботинок. Прикольно еще то, что ботинок можно расшнуровать и разобрать на отдельные части. Изготовлен он исключительно из натуральных ингредиентов, а потому абсолютно безопасен для вашего любимого барбосика. Он твердый, но достаточно податливый для разгрызания. Идеально подойдет для того, чтобы занять собаку на короткий срок с пользой для ее здоровья. Он может быть различных размеров – 8, 12 и 20 сантиметров и весить 15, 30 и 55 грамм. Запашок у лаптю очень даже, ну в общем, собачке понравится. Если вы хотите, чтобы мы рассказывали о каких-то товарах, пишите нам в комментариях. До следующих обзоров. Пока!